Сыграем еще маленькое упражнение такое. Следите, начинаю с правой руки. Правая, левая, два раза правая. Левая, правая, два раза левая. Координируем. Такие упражнения у барабанщиков называются парадиды. Наша задача, чтобы у нас была симметрия в руках, чтобы мы могли спокойно давать рукам команды, и они бы исполнялись. Теперь на барабане. Вначале просто тоны. Теперь мы играем так. Слэп, слэп, тон, тон, слэп, слэп, тон, тон, слэп, слэп, тон, тон, слэп, слэп, тон. Слэп, слэп, тон, тон, слэп, слэп, тон, тон. Еще одно прекрасное упражнение. Играем на коленках. Справа играем два удара, а слева четыре. И получится. И слева. Два справа, четыре слева. Возможно, у многих это вызовет некое затруднение. Попробуйте делать медленно. И это самый момент задуматься. Раз, два, четыре, два, четыре. Справа, слева, справа, слева. У меня еще много лет назад одни девочки-ученицы, чтобы запомнить ритмы, придумывали речевки специальные. И этот ритм, чтобы запомнить, придумали: Ваня, тебя люблю. Ваня, тебя люблю. Аня, тебя люблю. Таня, тебя люблю. Каждый может выбрать любое имя. И вот это вот упражнение, даже скажу, не очень простое для многих, кто не сталкивался. Оно легко переходит в ритм. Сейчас я его покажу. Теперь, если это перевести на барабан, добавить тоны слэпы, будет примерно так. Теперь сыграем медленно. Если у кого есть барабан, играем на барабане. Нет барабана, играем на табуретке. Нет табуретки, у нас есть коленки. И начинаем справа два удара, слева четыре. Только мы играем. Тон-тон, слэп, тон-тон, слэп. Тон-тон, слэп, тон-тон, слэп. Тон-тон, слэп, тон-тон, слэп. Тон-тон.